Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в гости к Ирине Макаровой, ландшафтному дизайнеру, чтобы она рассказала нам про свой замечательный, прекрасный сад. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Андрей! Ну, у ваш сад, он вообще резко контрастирует с большинством садов, потому что обычно люди покупают прямоугольный участок, ровный, на нем достаточно легко все спланировать. У вас, вы вот изначально взяли за такую трудоемкую задачу, у вас очень много перепадов высот. Да. Вы изначально как бы этого хотели или участок достался вам по случаю? Честно говоря, участок достался по случаю, но мы очень рады, что именно такой конфигурации и с такими перепадами высот, потому что всегда можно интересно террасировать. А раз террасирование, значит, где-то выше, где-то ниже уровень, и за счет этого участок как бы открывается весь и сразу, то есть с самой верхней до нижней точки, и можно интересно композиционно решить вопросы. Какие-то вот самые нижние точки у нас мы пруд разместили, на верхних точках вот посадили туи, которые еще больше вытягивают наш, и так с большим перепадом у нас перепад, кстати, 6 метров. 6 метров, 6 это метров, очень да. много. Да. Настоящий вызов для ландшафтного дизайнера. Это интересно было, да, потому что справиться с такой задачей вот было как раз покорить эту высоту, и опять же мы видим, что это стоило свеч. Такое. Ну, у вас были здесь разные такие инженерные технические решения. Здесь у нас тоже была практически гора до низа соседнего участка. Мы просто прорыли вручную лопатами сами, прорывали вот этот нижний уровень, чтобы сделать проход на дальний как бы участок. И поэтому, чтобы эта земля никуда не уехала, пришлось сделать подпорные стенки песчаником. Соответственно, другие уровни мы тоже решили сделать подпорные стеночки. У нас получилось 3 уровня подпорных стенок. Всего 3 уровня, да. Как бы сад, то есть делится на 3 разных высоты, вот эти вот 6 метров. Да, да. Ну, скажите, вот это вот технически вообще сложно реализуем, потому что, ну, когда говоришь о подпорных стенках, и весь сад там в перепад в 6 метров держится на них, люди думают, что это какая-то очень, во-первых, дорогая история. Ну, в общем-то, денежные затраты присутствовали, конечно, потому что достаточно много камня. Мы заказывали кингисеппский, оттуда, значит, карьер там есть, песчаника этого. И, в общем-то, у нас было здесь 4 или 5 машин этого камня по тем временам, тоже не так дешево, я думаю, сейчас тем более. Но это на многие годы. Мы это сделали еще 17 лет назад. Прекрасно стоит подпорная стенка. Мы ее делали сухой кладкой, кстати, без всякого раствора. Вот это важно. Да, да, потому что раствор у нас, естественно, здесь бы не стоял, у нас разрывается, особенно весной, когда замораживается, оттаивается, мартовские вот эти оттепели, и бетон, естественно, был рвался, были бы трещины. Сухой кладки такого нету. Между камнями стекает вода, плюс со стороны земли обязательно нужно сантиметров 10 песка, 10, даже 20 лучше бы, песочек, который как бы пропускает через себя воду, не застаивает, не задерживает ее. И таким образом подпорная стенка совершенно, нету застоя воды, то, что вот как бы создает обычно с глинистой почвой, вот, и тогда совершенно спокойно то вода проходит. Порядок работ такой, сначала укладывается стенка из вот этих вот каменных плит. Да. Да, они укладываются в сухую, друг на дружку, да? Без раствора. С сантиметром, каждый последующий ряд на сантиметр дальше. То есть ага, он как бы должен делается. Немножечко, да, как бы округлять вот этот склон, и поэтому каждый последующий ряд немножечко на сантиметр подальше. И вот тогда получается вот такой полукруг, который сдерживает, а за ним сразу слой сантиметров 20 песка, потом земля. И вот тогда такой пирог слоеный держит прекрасно влагу и землю. Ну вот это такой важный лайфхак, потому что, ну, практически все же хотят сэкономить. Как правило, люди редко заказывают какого-то архитектора, какой-то инженерный проект под это дело. Вот, потому что, ну, что тут, казалось бы, строить? Стенка и стенка. Ну, а да. То, что за ним, ну, лежит огромный пласт земли, и все это движется, да, и грунтовые воды могут быть. То есть это же создать элементарный дренаж, в первую очередь, вот то, что вы говорите. И за счет этого вот эта вот сухая кладка, она как бы, да, существует. Да, и еще хотела бы внимание сакцентировать на том, что когда мы укладываем первый камень,
значит, он достаточно должен быть углублен сантиметров на 10 в грунт. То есть мы практически траншею делаем, засыпаем песок, потом щебень, и вот уже на щебень кладется первый ряд этого камня. И пошло сантиметром все время как бы в сторону земли отодвигается каждый последующий ряд этого камня. Таким образом. Ну вот и скажите, у вас же посажены достаточно крупные растения, то есть те же туи, они у вас действительно очень большой высоты. У них же, ну, сильная корневая система. Это все не бойтесь, что вот может сдвинуть, упасть? Нет, нет. 17 лет. 17 лет, саду 17 лет вашему. Да, да. И туи мы сажали маленькие, практически 1,20 м начинали. И это постепенно, видимо, корневая система куда-то ушла, там, где ей хорошо, и никак это не повлияло на каменную кладку. Нигде корень не вылазит. То есть вы не думали, что надо подобрать какие-то специальные растения под это? Нет. Нет, не думали. Сажали все, вот на что упал ваш глаз, чисто из эстетических соображений, да. Не боясь, что... Ну а вот не высыхают ли на таких террасах? Все-таки большое количество дренажа. Вы делаете какой-то глиняный замок, может Нет. быть, под растение? Нет, не делаю глиняный замок. Просто когда сажаю туда, выкапываем приличную яму, и туда хороший грунт. В общем-то, единственное, что мы всегда, потому что там достаточно много песочка у нас возле этих подпорных стенок. Но, в общем-то, все хватает. И растения, в конце концов, в поисках влаги уходят корнями вглубь, и поэтому, видимо, достигает того пласта, где ему как-то хорошо, там и достать воду можно, и поэтому они не страдают, совершенно зеленые, ничего... Не высыхает, не вымерзает, поэтому... Ну как-то этот ландшафт вот изначально, который был, он стилистику вашему саду задал все-таки? Конечно, конечно. Во-первых, мы хотели, наверное, в своих мечтах путешествия по некоторым странам Европы, хотели немножечко кусочек Европы привнести и в свой сад. Конечно, пейзажи Италии, Греции нам... были милы. И вот, наверное, видя, как у них подпорными стенками обрамлены, значит, участки, как на них красиво растут высокие у них кипарисы, вместо них у нас туи, соответственно. Вот как-то мы хотели, наверное, вот немножечко средиземноморского стиля внести в свой сад, и надеюсь, что нам это удалось сделать. В общем-то, тот же камень, те же туи, кипарисы, которые да. у нас здесь растут. Вот оно как бы создает такой некий средиземноморский стиль, как нам кажется, как нам да, хотелось. Да, но у вас же помимо того, что у вас заданы вертикали, которые вот обозначены туями, у вас есть достаточно крупные высокие деревья, у вас есть клены. Да. Вот. У вас есть дубы, причем это не какие-то карлики напрямую, это полноразмерные большие крупные деревья. Но помимо этого у вас еще и тут система прудов же есть. У вас два прудика, у вас между домом течет ручей. Да. У вас, вот, наверное, может быть слышно, как журчит вода. Да, прежде всего, мы, раз есть перепад высот, мы хотели его использовать как-то для того, чтобы было два пруда, один верхний, который естественным образом бы спускался вниз, а потом уже системой насосов, значит, поднималась опять в верхний прудик. И таким образом создавалась бы все время бегущая река, вот это журчание воды, которое, в общем-то, тоже для лета... Ну, всегда приятно, плюс у нас стрекозы здесь всегда летают над прудом, плюс у нас же рыбы живут там, рыбы, которые карпы, кои и еще кометы, такие красивые, как похожи на золотые рыбы с красивыми этими плавниками. Они у нас зимой в аквариуме находятся, а летом мы их выпускаем. Водоем создает и влажность какую-то, вот здесь попрохладнее, естественно, этим растениям, потому что, ну, естественно, влага как-то благоприятствует росту этих растений. Плюс мы высадили растения, которые любят быть рядом с водоемом. Это и вот и хосты, и астельбоидес, и вероникаструмы. И посадили и осоки, хотя осоки не очень любят воду, они больше степные, сухие такие, как бы целюбители. Но здесь они прекрасно себя чувствуют. Видимо, влага и, в общем-то, южная сторона, все-таки им солнца хватает, поэтому растут они хорошо, выше человеческого роста вырастают, в общем-то. И зимуют, каждый год перезимовывают, и каждый год заново. Ну, вот вы не побоялись эклектики, то есть у вас действительно, ну, большое такое биоразнообразие в саду. Потому что говорят, что вот, ну, ландшафтный сад – это обычно определенное количество растений. Иногда говорят, что даже вот 5 растений в саду должно быть в разном количестве, и все. У вас, я не знаю, наверное, и вы не скажете, сколько у вас их.
Это у меня еще впереди. Я очень хочу сделать какой-нибудь каталог или систематизировать это количество и видовое, и самое главное, количество, какое здесь растений, это еще впереди у меня. Но мне вообще нравится биоразнообразие. Я люблю очень разную форму листа, цвет листа. Мне даже больше нравятся декоративно-лиственные растения, нежели цветущие. Хотя и цветущие тоже, отдаю им должное, они, в общем-то, красиво украшают сад. Но фактура, цвет листа для меня вот всегда приоритетнее при выборе растений. Поэтому вот бузины разных цветов. Вот у меня есть эта бузина черная ауреа сорт. Вот, там есть белая окаймленная бузина. Еще у меня есть бузина черная Black Lace, которая цветет потом розовыми шапками. Очень душистые цветы, очень красивые. Вот бузина, потому что вот тоже рассеченный красивый лист. И хосты, потому что разного цветового наполнения, то голубые, то с какими-то желтыми прожилками, белыми. В общем, вот биоразнообразие. Ну вот смотрите, вы даже не побоялись посадить пион под ель. Да, почему нет? Казалось бы, да, но такое, ну, не самое очевидное решение. Смотрится, между прочим, очень хорошо. У вас ель, у вас пихта, у вас пион, у вас герань. Ну, такие не классические решения. Ну, мне нравится экспериментировать прежде всего. Не боитесь, все-таки в первую очередь на собственный вкус и творчество полагаетесь, чем на какие-то каталожные, вот такие готовые шаблонные решения? Ну, мне кажется, в ландшафтном дизайне вообще не должно быть никаких шаблонов или каких-то устоев, что ли. Главное, критерий – красиво. Вот нравится, не нравится, красиво, некрасиво. На мой взгляд, это красиво. И я сад создаю, чтобы мне было приятно глазу. Вот где не хватает, здесь не хватало именно цветового пятна. Все зеленое же, да? Ну да. И вот хотелось бы, чтобы сюда вот немножечко цвета внести. Вот сейчас это в июне пионы и герань садовая. Чуть позже сейчас зацветет гортензия древовидная, тоже большими белыми шапками. Ну и вот так вот дальше у нас волной одни цветы сменяют другие. У нас такой непрерывно цветущий сад все время. Так что... Ну, у клиентов вы так же делаете? Или все-таки... Ну, в собственном саду, наверное, можно импровизировать, что-то делать, ставить какие-то эксперименты. Вот в вашей работе именно. А вы знаете... Как вы находите вот контакт с клиентом? Да. Есть клиенты, которые хотят сад такой, какой он видит, какой он задумал. Хотя бывает, что там логики не всегда хватает. В таком случае я даже не разубеждаю клиента. Я пыталась, некоторые случаи, как бы пыталась переубедить клиента, что не очень это как бы логично, как вот набор этих растений. Но человек имеет право на свой сад. Он говорит, я так вижу, я так хочу, это мой сад. И действительно он прав. Свой сад человек может и должен, наверное, создавать так, как он хочет, как он видит. Пусть даже какие-то ошибки будут поначалу, но он должен посмотреть, сделать так, как он хочет. Лучше сделай и пожалей. Наступить на свои грабли. Да, 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 чем не делать и жалеть об этом всю жизнь. Поэтому я даю, в общем-то, карт-бланш заказчику. Ирина, у вас даже за домом растут замечательные растения. Я обратил внимание, у вас же совершенно огромный рододендрон. Наверное, это вот максимальный размер, который в Ленобласти, в принципе, можно встретить. Ну да, практически 1,60 м уже вырос. А это что за сорт такой? Так это Винский, Хельсинский. Хельсинский университет? Да, да. И давно он у вас? А ему лет 15. Ага, то есть это вот вырос с маленького он Да, совершенно. Такой. Мы все маленького покупала размеров. Как? То есть это у вас действительно, ну, за 17 лет сохранить рододендрон, это да. У вас зеленые пальцы. Спасибо. А розы, ваши розы, у вас же огромный розарий. Неужели тоже ничего не укрываете? Ничем не укрываю, потому что здесь зимой мы с площадки снег весь сбрасываем сюда. И у нас здесь снега 1,5 метра высотой. То есть никаких воздушно-сухих укрытий, нет, никакого спанбонда? Нет, нет, нет. Раньше я этим баловалась, пробовала первое время, но потом поняла, что это нет смысла, потому что 1,5 метра снега и так защищают, в общем-то, и от выпривания, от вымокания. И он постепенно тает уже там в марте, в апреле, и все это постепенно, естественно, оголяется. И, ну, в общем-то, уже вот 15 лет показало, что им так хорошо. А что за сорт розы такой обильно цветущий?
Слушайте, она была посажена 17 лет назад и называлась просто роза финская парковая. Раньше не было ни сортов, никто ничего не знал и не понимал. Главное, роза была из Финляндии. Точно. У нас зрители обязательно спросят, мне кажется, такой роскошный цветущий куст без зимнего укрытия. Ну, финская это парковая. Это мечта любого садовода, потому что для Лилобласти это просто, ну... Да, это просто розище. Розище. А да, вот на заднем плане там тоже все без укрытия, там вообще он по 2 метра. Вот это вот белое начинает зацветать, да. Тоже какое-то у вас такое нетиповое решение с розами, розы с колокольчиком. А, цветовое наполнение. Мне нужно было поддержать клематис синим цветом. Синим цветом поддержать клематис. Ну вот видите, какие хитрости. А дальше будет еще дельфиниум. Вот стрелки тоже фиолетового цвета, вот такого же. С той стороны будет дельфиниум поддерживать. То есть тут еще цветовое как бы вот, наполнение, цветовое решение должно быть поддержано. Это колокольчик многоцветковый. Сейчас набирать будет объем и цвет. Начинает голубым, заканчивает белым цветом. А вот, кстати, пруд, да, с уточками, с рыбами и рыбками. Уточки пластмассовые, рыбки живые. И вот тут у вас эти вот два растения с собой перекликаются. Это спирея. Вангута, да, золотистая. Вангута и вяз. Вяз совершенно потрясающий. Ну, конечно. Достаточно редкий, в общем-то, да. В садах вяз золотистый. Вот, конечно, желтый свет, когда выигрывает, это в середине лета. Да, согласна. Ну, я вообще люблю все, что не зеленое. И красное, ну, многие, и желтое. Знаете, так с желтым цветом, а он напоминает все-таки осень. Это наоборот, вот. Солнечные лучи. Да, у вас он все-таки очень солнечный. Mm-hmm. Дерин тоже с желтоватой каемкой. Белый окаймленный. А-а-а. Он уже начинает желтеть. Да, он все-таки немножечко желтеет, да, потому да. Что вот тот варигатный, который классический белый, белый, да. Он как-то все-таки, ну вот, мне больше нравится. Ирина, я не мог, конечно, приехать к вам без подарка. И, конечно, это подарок от Европланта, это цветы. Я надеюсь, что в вашем розарии вот эта вот прекрасная роза, это Динки. Угу. Мы подглядели эту розочку у другой нашей гости, у Елены Смирновой. Угу. Она у нее совершенно роскошная. Я думаю, что этот сорт себя уже достаточно неплохо зарекомендовал. Вот, и в вашем саду он будет прекрасно смотреться. Я очень рада, спасибо большое. От моего любимого садового центра Европлант всегда приятно получать подарки. Спасибо большое. Ирина, ну, я хочу отдельно у вас снять ролик про топиарную стрижку елей, потому что только в вашем саду я видел ели. Кубики, ели шарики, ели пирамидки, ели кегли. И, ну, это, мне кажется, очень интересно. Во-первых, это всем доступно, потому что, ну, ели мы не обязательно даже покупать. Их можно принести из леса и создать у тебя в саду, ну, такую интересную форму. Это вот такое ваше творчество. Запишем отдельный с вами сюжет. Классно, с удовольствием. Отлично. Смотрите канал Европлант, и мы расскажем вам в следующем ролике об этом.